Так, вот вижу спутники Юпитера справа, ближе к краю экрана, в верхнем правом углу это Каллиста, потом идет Ганимед, самый крупный спутник, потом Юпитер, следом за ним Европа и замыкает наш небольшой отряд. Спутник Ио. Посмотри, какая мягкая земля. Просто проваливается штатив. Сейчас будем с резкостью играться. Не надо было этого делать. Наверное, вот так. Полос, конечно, совершенно не видно, но зато у нас есть спутники. О, все, вижу Сатурн. Отлично. Почему радуюсь? Потому как еще недостаточно темно. Сатурн недостаточно яркий. И вот глазами увидел я его только что. Так, спасибо Юпитеру, 660 миллионов километров до него. Вот у нас красота. Луна. Сейчас мы пойдем пока посмотрим на Сатурн. Следующий дубль начну с него. Мимо. Вот он наш красавец Сомбреро. Да, в комментариях мне писали, сколько не смотрю ваши видео, Сатурн всегда в одном направлении кольцами развернут. Ну это просто потому, что я все время снимаю вечером, а под утро он на закате опускается, он пикирует вниз этими кольцами, вниз смотрит по ходу движения. 1 миллиард 300, чтобы не соврать, 80 миллионов километров до Сатурна. И, по-моему, он прекрасен. Да, следующий дубль начну снова. А пока... Кстати, там справа, вот ровно как сейчас направлены кольца. 5 Сатурнов откладываем в этом направлении. Ага. И там сейчас должен быть Титан. Но я не нахожу. Все. Сбился. Очень мягкая земля, штатив. Я даже в окуляр не вижу никаких титанов. Ну что ж ты прячешься-то? Ладно, сейчас он сам выползет. Никуда не денется. Вот он наш красавец. Ладушки. Поехали посмотрим на Луну. Так, вот Сатурн. Вот Юпитер. Давай вдвоем в кадр. Втиснем. Ну, втиснул, не знаю, на экране это будет видно или нет. В окуляр видно, хорошо. И поехали к Луне. До нее 390 тысяч. Так, здесь ИСО 400.
Да, нет, зашибись с зомбом, сбился. Ты посмотри, как плывет все-таки атмосфера земная. Это же надо, уже август, вроде не так жарко. А все равно какой нагретый воздух поднимается. Колебания эти вот так искажают изображение, плавает натурально все. Сейчас резкость попробуем получше найти. Наверное, вот так. Кратер Платон. Сейчас дождемся Аристарха и перейду я на следующий дубль. Полнолуние когда там? 2 сентября, по-моему, полнолуние. Ну, в общем, видно уже полнолуние, что скоро. Аристарх сейчас очень хорош. Вот он практически на линии терминатора находится. И так четко передаются его очертания, просто замечательно. Где он, наш красавец? Уже должен показаться. Вот он, будьте любезны. Кратер Аристарх, один из самых молодых. 60 миллионов лет. Если на нем резкость попробуем. Хочется замереть, не дышать, но все равно воздух колеблется. Да, Аристарх хорош. Хорошо, переходим сейчас к следующему дублю. Ну что, у нас по-прежнему 30 августа 2020 год, 19:52 по Киеву. Еще 8 часов нету. Ладушка. Вон у нас закатное небо, тоже красота. Вполне достоверно передает освещенность, такая настройка. Лады.